Добрым утром, товарищи. Идем с Машей покупать еду в дом. Please mind the doors. Doors и кофеек. Заткнись, пожалуйста, не перебивай меня, женщина. Кофеек. Это лифт, это Маша. Сейчас где-то 9 утра. Народу везде очень много, потому что уже началась бастовка. Метро не работает, все ходят пешком, берут себе наземный транспорт. И мы пришли в Теско, потому что still don't give a shit, и мы идем за едой. И это то, что я люблю. Накупила огромных пакетов. Еле рука выдерживает, если честно. Но что ради еды не сделаешь, идешь постоянно на жертвы. Ну что, я почти собралась, уже сушу волосы и ем всякую вкуснятину. Сейчас вам ее покажу. Помимо того, что у меня здесь пока бардак, и я уже убралась и все загадила, я ела... Это майонез! Это отвратительно, почему я так люблю майонез. Моцареллу ела с вялеными помидорчиками, которые уже не осталось. Сейчас буду есть ананасы, малину буду есть... И, собственно, я съела 2 сэндвича с, по-моему, красной рыбой. Короче говоря, вот так вот живем. И да, мне очень хорошо. Сэндвичи, майонез и ананасы. Это отвратительно. И да, пожалуй, я вам покажу свою комнату. Точнее, апартаменты, в которых я живу. И самое забавное — это дверь. Потому что вот дверь, вот кровать и происходит что-то подобное. Я не жалуюсь, потому что мне все очень нравится. Мне нравится, какая она уютная. Это комната, эти апартаменты. Во всех номерах стоит отдельный шкаф, а у меня целая комната. Вот так у меня выглядит шкаф. И да, и у меня даже есть, ну, собственно, телевизор, который я не смотрю, потому что я смотрю YouTube, мафак. И кровать, которую я застелила. У меня стол перед окном. Окно, конечно, выходит не в самый приятный вид, то есть внутрь самого вот этого вот корпуса, центра, я даже не знаю. Там стоят всякие страшные штуки, но главное, что у меня есть натуральный свет в комнате. Так как здесь вообще очень рано темнеет, мне не очень это, конечно, помогает, но я радуюсь все-таки солнышку и даже дождику, который вон конденсатом вышел на окне. Мой компьютер, телефон у меня есть, могу звонить всем подряд. Это очень полезная вещь. Ем фрукт дополнительно и водичку, чтобы улучшить самочувствие. Компьютер показывал, телефон, кисточки. Это на самом деле убранная ситуация, потому что я должна все видеть, весь свой ассортимент. Еще у меня есть такой небольшой непонятный карман, когда заходишь в комнату. И там стоит тумбочка, и у меня даже есть ваза. И камера. Ваза, камера. Мне очень нравится эта комната, потому что она такой непонятной, скажем так, формы. И меня это прям очень вдохновляет. И кровать. Хоть она кажется маленькой... И прям рядом с дверью, даже дверь тяжело открыть, но она классная, я в ней высыпаюсь. Вот такой сейчас почти зеленый Лондон. Ну, очень напоминает весну, и в то же время осень. Очень классно. Отлично! Метро закрыто, и мы с Машей себя чувствуем как полный идиот. Я и так себя чувствовала перед этим. Ты подчеркни, что мы и так себя чувствовали. Потому что мы так опаздываем. Мы почти весь день монтировали, все думают, что мы спали. Типичные блогеры. И метро, сволочь, бастует, мало того, что она вообще закрыта. Метро нам намекает, иди спать ложись, понимаешь? Иди монтируй, они тебе говорят. Это убого, господа. Умница, Маша его нашла. Вот это обозначение Tottenham Court Road. Маша молодец, дай 5. Ты заслужила это. Так как метро в Лондоне бастует, очень много можно увидеть теперь автобусов, и они все почти заполнены. Обычно там есть где-то, я не знаю, в такое время, не знаю, людей 5-6. Весели мою публику. Я не могу ее в любой момент веселить. Тут ты приходишь ко мне, Маша! Когда я... Нет, ну все, короче, это уже... Я тебя сейчас щекотать буду. Ты боишься щекоток? Да. Почему я тебя пощекотала, и ты ничего не сделала? Ой, сразу так прилично себя ведет. Ты посмотри на нее. Катечка. Все, короче, я отобрала камеру, Катя. У тебя белые волосы. Ну, правда. У нас они белые, потому что мы используем сухой шампунь. И мы сейчас сушим наши волосы, чтобы у нас был объем. Пользуемся всякими хренями, потому что собираемся снимать. Он не это, он с чем?
Он с запахом. Wild. Какой эффект, просто непонятно. Просто, знаешь, wild добавили, и типа, ну все, теперь все девки будут покупать. Wild. Написано sassy. Sassy я могу быть. Hell of a sassy. Очередной вечер в компании класса, где можно редактировать. Маша не смогла сохранить видео с айфона, и она назвала файл. Очень шумно, но мы будем сейчас делать пиццу, я и Маша, и проверим, кто из нас настоящий шеф. Нам принесли для аппетита вот такие вот булочки и масло с чесноком. Что может быть полезнее, макать хлеб? Масло. Вот я борюсь за эмансипацию, ага. Одели меня в фартук и в кокошник какой-то. И готовить заставляю. Мне стыдно. Маша, передайте свои ощущения, как вы унижены данным событием. Что будете готовить? Я вообще в каком-то пакете стою, о чем ты говоришь? Just press and go down. Go down and go down. Какая же прелесть! Это моя пицца. Это Машина. Это моя. Сегодня она влюбилась. Луксепшн. Теперь ко мне, на мою часть. Я горда собой. Похлопай меня по плечу. Ты ее попробуй сначала. Я думаю, что она будет хорошая, она очень даже симметричная. Хоть я перемесила тесто, она все равно вкусная.